3 июля 1941 года великий Сталин обратился к народам Советского Союза. Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации разгрома врага. В голосе вождя каждый трудящийся слышал голос своего собственного сердца. Большим вниманием на слюдяной фабрике слушает текст выступления председателя Государственного комитета обороны Иосифа Виссарионовича Сталина. Глубоко запечатлелся наказ вождя. Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого дела всю свою работу. Все силы на разгром врага. Один за другим выступает работница и рабочий. Двое, трое повысим производительность труда. Будем бдительными, отвечают они на призыв товарища Сталина. Глубоко волнующими словами закончила свою речь Стахановка Анна Николаевна Михайлова. Пусть знают кровавые фашисты. Мы умеем любить свободу, умеем ее защищать. Вперед за нашу победу! Черемхова четко и слаженно работают по выполнению графика движения. В инструктаже старшего сигналиста Ильи Федоровича Сарапулова, как в боевом задании, ясно, что нужно делать машинисту. Бригада сцепщиков знает, что транспорт должен работать на оборону как часовой механизм, точно и ровно. На 150% выполняет она норму, не имея ни одной аварии. Секретарь Иркутского областного комитета партии товарищ Иванов и заместитель председателя областного совета депутатов трудящихся товарищ Рудаков выступили на собрании рыбаков маломорских промыслов на Байкале с призывом к дружной, самоотверженной работе в борьбе за перевыполнение плана. Рыбаки ответили социалистическим обязательством работать на оборону по-стахановски и в два раза повысить производительность труда. У него опытный и острый глаз. Здесь будет рыба. В первые дни пути бригада выловила сотни центнеров омуля.